Без света в апреле могут остаться 2500 жителей Камчатки. Все они задолжали энергетикам различные суммы. По этой причине Камчатский энергосбыт вынужден широко применять крайнюю меру, а именно ограничивать подачу электроэнергии. Как отметили в компании, платежи должны производиться в полном объеме и своевременно, иначе энергетикам придется обратиться в суд, а после к судебным приставам. Они вправе арестовать имущество, банковские счета, зарплату, пенсию, стипендию, а также запретить регистрировать транспорт и недвижимость. Получить консультацию клиенты могут в офисах Камчатского энергосбыта, а также по телефону единого контакт-центра, который указан на экране. Произвести оплату без комиссии можно с помощью платежной страницы ДЭК. Для этого достаточно отсканировать QR-код в бумажной квитанции или перейти по ссылке в электронной.